Всем привет, ребят! Ну что, настал этот день, и сегодня выдали сардельки стрелка, в принципе, как и всем. У меня уже два стрелка было, изначально я их не использовал, не качал. Почему не качал, вы все знаете, и сегодня я уже могу свободно качать стрелка. Именно тот герой, которого надо качать для фарма, и который реально поможет фарме. Так, что у нас по девятым блемкам творится? Половину только собрал. Так, поехали сюда. Сегодня куча разных плюх. Зарегимся забрать четвертый день. Сундук замка. Отличненько. Сейчас мы их откроем, посмотрим, что нам реально упадет. Так, и магазин скидок. Ну, к сожалению, у меня монеток нет. 20 камней судьбы. Но у меня 243 есть. Спасибо. Дороговато. Дороговато будет. Чик. 10к кулаков. Коробка. Ничего себе. Каменная кожа сетик, ребятушки. Отлично. Отличненько. Это вообще топчик. IGG, короче, разошлись. Так, я стрелка, в принципе, того открывать не буду. Я сейчас гляну, что у меня. У меня тут вроде неплохой стрелок есть. Так, один со стойкостью. Второй с расколом. Давайте этого, который с расколом, начнем. Он нам нужен будет для архидемона. Так, дали нам там мешочек. Нифига себе, 2500, обалдеть. Я с радостью бы забрал этот пак, честно говоря. Обалденный пак. Такс. У нас же есть теперь еще и скин на стрелка. Давайте его тоже активируем. Чик. Даже улучшим немножко. Вот так вот. Все благодаря IGG. Так, оживо. Ну, в принципе, тоже неплохо. Надо будет просветы покачать героям. Так, окей, поехали дальше. Что у нас вообще делается? 12к кулаков, ребята. Это однозначно мы покупаем сейчас коробки. По-любому мы сейчас должны вытащить какое-то исцеление. Такс. Полный трэш. 3 коробки. 7 коробок чар. Так, это четверка. Ну, это можно кому-то допнуть. У меня допа даже с пятерками уже здесь. У него четверка есть. Тройка, ничего себе. Не солидно, не солидно. Так, у нас даже хрон есть. Я офигею, ребята. С бесплаточки ремочка. Это просто, блин, подарок. Спасибо, IGG. Я это ждал. Это жесть. Вот это, ребята, жесть. Все подкручено, как обычно, скажете вы. Блин, и теперь вопрос, кому ставить эту ремку? Так, смотрим, дерево. У нас оживой прокачанное. А, кстати, у меня же есть эмблема. У меня ремочка седьмая есть, ребятушки. Такс, ну блин. Фу-фу-фу-фу-фу. Так, давайте откроем карту, чтобы не валялось. Вот это, конечно, жестко. Такс. Блин, жесть. Теперь надо думать, кому ремку воткнуть, чтобы не прогодять. Купидона четверка. В принципе, Купидон мне и больше не надо. Он будет заряжать в конце. Ну, хотя можно и переставить. Это такое хрон. Хрону можно поставить эмблемы. Таких, чтобы у меня ультовали сразу, в принципе, никого и нет.
для реса возможно поставить. Опять же, можно использовать для этих героев эмблему на битву гильдий. Этого вполне хватит. Блин, ну чё, ребятушки, давайте за 1200 4 раза мы можем жмакнуть. Жмакнем 4 раза на удачу, посмотрим, что нам упадет и определимся. Или оставим пока, но я не знаю, но оставлять тоже. Возможно, и Купидону воткну. Потому что это реально. Так, а что у меня еще есть по эмблемам? Обалдеть. Просто обалдеть. Так, окей. Ну что, ребят, как обычно, не по 450, а по 1200. Поехали, найм героев. 10x отсюда падает 100% одна лего. Так, у меня слотов надо добавить на склад. Давайте пооткрываем немножко все, чтобы оно не копилось. Вот это, конечно, фартануло нам. Этот стрелок уже 10-й. Значит, Дрейка покормим пока. Так, что там у меня еще пооткрывать можно? Блин, вот я в раздумьях. Варианты есть. Можно и Сидни, в принципе, поставить. Можно поставить Купидону. Можно поставить Хранителю. Больше у меня никого таких нет. Окей, ребят, поехали. 1200. Медузка. Ну, ей тоже ремка может подойти. Капитан Рогатка у меня, он, блин, есть, но это все равно круто. Валька. Вальке тоже можно. Призрачный всадник. Пофиг, добиваю по 450 с вас лайки. Раз, два. Гаргул. Ну, блин. Эти все герои у меня, в принципе, есть. Вроде как. Давайте посмотрим, кого нет. Я уже не помню. Валька, раз, нет. Призрачный всадник 2. В принципе, уже отлично поролили. Валька призрачный. Блин, Афинку бы. Медуза 3. Обалдеть. Медузка 3. Рогатка был. Гаргула мы так собрали. Ну, в общем... Еще и медуза. Вот я в раздумьях теперь. Кого, кому ставить. Вот Вальке можно. Ну, Вальку я не знаю. Может и будем использовать. Но на нее ремку тратить, честно говоря, жирновато, как по мне. Ремки это у нас. В общем, даже не знаю. Напишите, давайте сделаем так. Напишите в комментах, кому поставим. Вот кому большинство напишите, ну, конечно, в пределах разумного, а то напишите, встав паладину. Кому напишите, тому и поставим. С тех вот. Медузе можно на PvP локации, если мы будем дальше бегать. И ремка, в принципе, неплохо будет, она будет сразу же рубить. Вариант Купидону. Выставить его, чтобы он сразу же включал. В принципе, на подземке неплохо. И вариант у нас, кто там еще? Валька. Ну, Валька, блин, такое. Больше с таких сердцеедку, блин, ну... Не знаю, на нее неохота ставить, на Асуру. На Асуру, как вариант, еще куда ни шло. Ну, в общем, напишите в комментах, я... Будем думать. Героев, конечно, уже на десяточке довольно-таки неплохо. Окей, поехали, попробуем. Попробуем побомбить, ребятушки. Подземочки, где наша магия. Магия наша качается. Так, можем ускорение. Ускорение. Немножко ускорили. Надо качать. Потому что без магии реально печаль. Так, окей. Давайте попробуем. Я показывал кошмарку. Мы начали первую.
Первая кошмарочка. Кошмарка 1-2. Так, что тут у нас? Ну, тут лучше всего начинать где-то отсюда снизу. Можно стартовать с Анубиса, в принципе. У нас для отхила есть ворожей, есть седна. Я думаю, мы должны затащить с такими героями. Тем более у нас тыковка дает обалденнейший разгончик. Хоть она и не воодушка и не исцеление, но изворотливости, как видите, вполне хватает для нормального трешечка. Так, кстати, а мы... А, да, мы сундуки уже открыли. Так, окей. Окей. Поехали. Ну, как-то я скажу, налегке прошли. Это пока что, это первое. Кошмарка 1. Ой, я помню эту подземку. Как мы здесь раньше мучились. Ты чё, эта подземка для многих тоже была просто жестью. Сейчас это все. Видите, станет моих героев. Тыковки не дают разгоняться, к сожалению. Ну, потом приловчились, блин. Проходишь ностальгия по этим подземкам, по тому трешечку, который был изначально когда-то. Только начинал играть, вот это вот все проходил с нуля. Сейчас на это смотришь, это, конечно, жесть. Насколько поменялось все в игре. Насколько легче стало проходить те или иные локации. Ничего себе, нифига себе, Минотавр там гасит, обалдеть, посмотрите, что демоны делают, да ну на, давайте ради интереса лес возьмем, фу, я честно говоря в шоке, я что-то думал, что мы здесь налегке проскачем. У нас как-то жестко, очень даже жестко. Ну тут все, тут должны сейчас мы затащить. Смерть. Нифига себе, посмотрите, что делает это. Это просто жесть. Блин, я бы стартовал с тыковки, но у меня нет на нее скина. Надо скин, вот реально скин бы был бы огонь. Видите, башни для стана появились, и реально сложно. Надо все-таки качать питомцев, потому что без патов реально очень сложно проходить. Особенно надо льдышка, которая будет их замораживать. И реально с льдышкой будет намного все проще. Надо глянуть, кстати, может у меня есть. А я втыкаю. Я питомцев толком не качаю. О, все, ребятушки. А кстати, надо оставить слизни лучше на этот. Я уже, блин, разбежался на питомцев. Вот это сейчас будет, ребята, совсем другой разговор. Надо еще и прокачать много героя. Я как обычно, короче, как на бас прохожу. По-нубски. А кто там у нас? Ангел и Карась. Давайте еще их тоже подкачаем.
Ничего себе, еще яйцо дали. А ну-ка, давайте попробуем. Сейчас мы должны по-любому затащить. Но это уже, блин, кошмарка. Это уже не те подземки, что раньше были. Так, ну что, попробуем тут с призрачного стартануть. Надо было бы, конечно, лучше с тыковки стартовать, чтобы ее били. Да ладно, это жесть. Блин, такой обалденный разгон, и как видите, уже дают нам кошмарки дать понять, что не так все будет просто, как я думал. Надо героя все-таки переводить на эволюцию и увеличивать им дамаг. Ну, Анубис свое дело, конечно, сделает, но дальше мы не пройдем. Вот так вот, ребятушки, пишите комменты, ставьте лайки, пишите, кому ремочку кидаем, будем брать Купидона, не будем. Если ему поставим, ну, я пока не знаю, я пока в раздумьях. Всем удачи, всем пока.